Праздник для сладкоежек. Сегодня Всемирный день шоколада. Отмечать этот день придумали французы в 95-м году прошлого столетия. Пища богов – черное золото. Это только некоторые примеры того, как называли эту сладость в разные времена. Считается, что шоколад улучшает настроение, поддерживает тонус и замедляет процессы старения в организме. Правда, хороший шоколад в последнее время еще надо поискать. Самыми полезными считаются именно темные сорта. Кстати, первый памятник шоколаду 4 года назад установили в городе Покрове, Владимирской области. Бронзовый монумент высотой 3 метра и весом 600 килограмм. Статуя словно создана из плитки шоколада и представляет собой образ сказочного персонажа с шоколадкой в руке. А что думают об этом празднике жители Ноябрьска? Есть ли в городе те, кто привык день шоколада отмечать? Мы сегодня поинтересовались у горожан. Чтоб слаще было. Пусть будут. А вообще-то деткам сильно много шоколада нельзя. Взрослым можно. И чем побольше. А как можно было бы отметить этот праздник? Как? Ну, что-то шоколадное сделать красивое. Показывали сегодня по телевизору же. Сделают шоколада, шоколадные пиалки, зверюшек. Нормально отношусь. Купить шоколад, чай заварить, сесть с компанией, посидеть, попробовать шоколад вкусный, полезно. Пусть детки отмечают, конечно. К шоколаду отношусь положительно. Люблю. А своих бы как-нибудь, может быть, деток угостили в честь праздника? У меня детка, это сын, ему 30 лет. Обязательно это сделаю. Во время войны какой там шоколад был? Никакого не было шоколада. Поэтому я к нему не очень-то и стремлюсь. Правда, он у меня всегда дома есть. Я его помаленьку употребляю, когда сильно сладкого захочется. Если бы я была как организатором такого праздника, я бы, наверное, сделала бы костюмированные такие карнавалы на улицах, или дарила бы, или за мизерные цены там продавали бы шоколады, чтобы больше детвора, очень много женщин, даже мужчины очень много любят шоколады. Гостей собрать, даже, может быть, в масштабе города, выложить тот же шоколад, пусть даже раз в жизни бесплатно. Знаете, люди как будут, даже не ради того, что бесплатно, а что вместе побыть всем. А дети как рады будут. Так ли уж часто мы бываем с нашими детьми и с внуками. А это какая радость, еще с шоколадом.